Я извиняюсь за то, что прервалось видео. Получается, одна единица стоит 20 гривен, то бишь чемодан, 20 гривен, без разницы, что пакет вы дадите. Получается, пакеты держу в руках, потому что каждый пакет тоже 20 гривен. Даже если я попросил положить пакет на чемодан, без разницы, 20 гривен стоит. В общем, я сдал чемодан, и сейчас вам покажу, где автовокзал. Еще раз говорю, извиняюсь за качество видео, потому что снимаю первый раз, чтобы, может быть, кому-то будет интересно, кто первый раз едет, чтобы было проще. Не спешите покупать билеты сразу же при выходе с поезда. Выходите на центральный, спросите даже у местных, кого, ну, центральный холл получается, и, да? Выходите на выход. Вот он, город Львов. Выходите из центрального холла и сразу налево. Получается, вон с левой стороны автовокзал. Сейчас подойду, я вам покажу поближе. И очень просто, как-то, я, если честно, смотрел, там такое что-то нереально. Приехать, там и движение, вдруг не будет места. Вот стоят машины, так же самое. Вроцлав, Варшава.